Добрый день, дорогие зрители. Ничего интересного не было. Мы вылетаем с первого тура. Никому не рассказывайте это. Мне кажется, это правда невозможно. Протухшие яйца. Насчет него мы не уверены. Оплата, пусть и не кэшевая, она была. Желание бросить танцы. Стоят виниры. Мы ехали выигрывать стандарт. Пригласил на коктейль Донни Бёрнс. Мой папа пошел топиться. Пока что тату-ту, типа мне на язык. Просто Андрей лентяй. Редко, но метко. Не соврать бы, знаете что? У меня это 5-й турнир подряд, вы мне все вот здесь вот так вот. Всем привет! Вы на канале Бла-Бла Дэнс. Сегодня замечательная погода, классное настроение. Чего у нас нет? Только кофе. Кофе нам очень понадобится, потому что мы будем сегодня болтать с замечательной девчонкой, солнечной улыбкой, Вера Бондарева. Чемпионка мира по десятке юниоры 2, вице-чемпионка мира по десятке до 21 года, 9-кратная чемпионка German Open Championship, двукратная победительница Junior Blackpool Dance Festival, чемпионка России, Украины и Италии, а также в паре с Андреем Гусевым 3-кратные вице-чемпионы России по танцевальному спорту в категории взрослый, латиноамериканская программа, 4-е место мирового рейтинга. Многократные победители серии World Open, Италия, Бельгия, Нидерландов, Словакия, Словения, Японии, Китая и, конечно же, России. Добрый день, Елена. Добрый день, дорогие зрители. Первый раз у меня такой опыт онлайн-интервью. Надеюсь, то, что всем будет интересно и всем понравится. Вера, когда ты начала заниматься бальными танцами, расскажи, как это было? Я начала заниматься, когда мне было 5 или 6 лет, точно, честно говоря, не помню, в городе Новосибирск. Сначала родители привели моего старшего брата. Когда я была совсем маленькая, у него уже были турниры, меня родители брали с собой, я вскакивала, начинала танцевать. И тогда, конечно, педагоги моего брата сказали то, что насчет него мы не уверены, пойдет он по танцевальной дорожке или нет, а девочку обязательно приведите. Так, в принципе, наверное, с самого-самого раннего детства у меня и родилась огромная любовь к танцам. В каком возрасте у тебя был твой первый урок с топ-педагогом? И расскажи, кто это был? На самом деле, я бы хотела сказать большое спасибо своим родителям, потому что в первую очередь они разглядели ту любовь, которая у меня была к танцам уже с самого детства. И, конечно, они меня поддерживали на протяжении абсолютно всей моей танцевальной карьеры, как морально, так и финансово. Что касается уроков с топ-тренерами, честно говоря, я не помню, кто был первый педагог, с кем у меня были занятия, но 100% это был возраст детей 2. На самом деле, к нам тогда уже в Новосибирск приезжало достаточно большое количество хороших педагогов, таких нехороших, неправильное слово, замечательных, прекрасных педагогов. Единственное, что я не помню, чтобы, конечно, тогда приезжали к нам какие-то иностранные педагоги, это были российские педагоги. Я помню, к нам приезжала Лариса Давыдова, я помню, к нам приезжала Кулагина, я помню Дуванова, помню Михеева. Действительно много выдающихся и действительно потрясающих педагогов. Расскажи, пожалуйста, как именно вы встали в пару с Андреем Гусевым? Ничего интересного не было. Я думаю, то, что все танцоры меня понимают в том плане, что мы танцы — это отдельный мир. То есть мы танцорами, мы все равно постоянно разговариваем, мы узнаем друг про друга. И как раз в тот момент Андрей был без партнерши, он мне написал, я тогда была еще в паре. Да, я была еще в паре с Нино. Потом через месяц, когда мы расстались с Нино, уже я написала Андрею. Он тогда улетал на отдых. Я его дождалась, я больше ни с кем не пробовалась. После того, как он вернулся с отдыха, он прилетел в Италию, мы попробовались и сразу встали в пару. Все, вот и сказки конец. Что появилось первое? Танцевальная пара Андрей и Вера или пара в жизни Андрей и Вера? Сначала мы с Андреем встали в пару, отношения у нас с ним начались где-то через полгода, и мы тоже рассказывали это уже в одном интервью, что на самом деле первые полгода были достаточно сложными, потому что у обоих из нас достаточно сильные характеры, и никто из нас не хотел уступать, каждый гнул свою линию, свое мнение, вот, и мы, конечно, были как кошка с собакой. После того, как мы начали встречаться, все немножко стало легче. Отношения в паре, не могу сказать однозначно, помогают или нет.
Я думаю, это, конечно, в первую очередь зависит от людей. Но могу сказать только то, что когда ты живешь с человеком, и ты с ним возвращаешься в одну квартиру, даже если вы поругались, вы все равно намного быстрее помиритесь, потому что невозможно в течение долгого времени друг с другом не разговаривать. Мне кажется, это правда невозможно. Поэтому, конечно, в нашем случае отношения 100% помогают. И на самом деле со временем мы все равно друг друга узнали, мы все равно стали понимать, когда человек и на что человек может обижаться, что его может задевать. И, естественно, отношения все равно с каждым годом становятся все лучше и лучше. Мы все лучше и лучше начинаем понимать друг друга. Расскажи, где вы сейчас живете? В какой стране, в какой квартире? Совместно или нет? Мы сейчас живем на две страны. Мы тренируемся как в России, так и в Италии. И везде, и там мы живем вместе. Было бы странно, наверное, если бы в Италии жили вместе, а в России нет. Мы живем вместе. Готовлю я. Не потому, что я делаю это лучше, а потому, что просто Андрей лентяй. Он очень хорошо готовит. В его арсенале не так много блюд, но те блюда, вот, которые он любит готовить, допустим, вчера он готовил мне креветки, потому что я очень хотела. Он это делает очень хорошо, но так редко, но метко, скажем так. Расскажи подробнее про свои спонсорские платья. Как это произошло, что ты стала танцевать в платье Grand Amour? И что нужно сделать, чтобы стать счастливой обладательницей спонсорского платья? Вы знаете то, что все мои творения, просто действительно по-другому назвать нельзя, созданы Евгением Фроловым и его компанией Grand Amour. Мы сотрудничаем уже, не соврать бы, наверное, 7-8 лет. Я безумно люблю этого человека, просто ему поклоняюсь, потому что настолько правильно, настолько тонко он чувствует меня, мой характер, мою душу, что не описать словами. Я ему очень благодарна за, действительно за всю его работу, его и его команды. По поводу наших отношений именно рабочих, спонсорских, к сожалению, я думаю, что будет немножечко неправильно рассказывать, потому что думаю, что у каждой пары все-таки свои условия, не знаю, договоры, не договоры, но как минимум свои условия, на которых они сотрудничают, поэтому я умолчу, утаю наши. Какой танцевальной обуви танцуешь ты и почему? Я танцую, как и Андрей, так и я, мы танцуем в фирме Biddy Dance. Я очень люблю их обувь, она, во-первых, долговечная, мне кажется, это немаловажно. Она очень удобная, и плюс, что мне нравится, они готовы всегда к сотрудничеству. То есть, если ты скажешь главному человеку, который отвечает за качество обуви, я даже не знаю, как его назвать, технолог, наверное, если ты ему скажешь, что тебе что-то неудобно, то всегда попытаются исправить это. Поэтому мы очень ценим наши отношения, конечно, с этой фирмой Biddy Dance. Кто является твоим кумиром в танцах и на кого ты хотела бы равняться? Мне кажется, то, что у меня нет одного кумира, на кого я бы хотела равняться или на кого я равняюсь. Могу сказать так, то, что огромное количество шикарных партнерш у нас в мире, как прошлого времени, так и нынешнего. Выделять одно или два имени мне бы очень не хотелось, потому что это немножко некорректно по отношению к другим девушкам. Могу сказать еще так, что в каждой партнерше я вижу что-то свое, какую-то изюминку, что-то, что ее отличает от других. Поэтому можно я не буду называть имена? Могла бы ли ты рассказать, с кем из тренеров ты занималась больше всего по времени? Сейчас у нас два лагеря педагогов главных в России. Это Евгений Степанов, тоже человек просто потрясающий. Я безумно благодарна вообще, я не знаю, что это судьба или это удача, встречать таких нереально крутых педагогов на протяжении моего танцевального пути. Знаете, когда каждый день
ты думаешь, что ура, я иду на урок, я счастлива, я рада, я жду, не дождусь урока с ним, это счастье, это потрясающе, это я просто желаю всем танцоров найти такого педагога. Это наш первый лагерь. Второй лагерь итальянский. Это Team Diablo, это Ольга и Давида Качари. Они, конечно, отличаются немножко от Жени Степановой именно методами, именно задачами своими. Они у нас очень сильно, они нам помогают в менеджменте, они нам помогают в составлении планов турниров, в стратегии, что тоже немаловажно на нашем уровне. У Давида, я всегда говорю, то, что Давида — это, конечно, вот такая вот голова с нереальным багажом знаний, которые, конечно, хотелось бы перенять максимально, насколько это возможно. Я им тоже очень благодарна, потому что действительно я знаю также, насколько много сил и энергии они в нас вкладывают, душу, душу продают просто. Какая ваша самая важная танцевальная цель? Вы хотели бы стать очень известной танцевальной парой, либо вы хотели бы стать классными педагогами после того, как завершите свою танцевальную карьеру? В каждом периоде жизни у тебя есть какая-то цель. И, конечно, на данном этапе цель — это все-таки дойти до титула чемпионов мира. Я думаю, то, что было бы смешно сказать, что нет, мы об этом не думаем. Конечно, мы об этом думаем, мы об этом мечтаем, мы тренируемся для того, чтобы дойти туда. Но карьера танцора все равно, как ни крути, она достаточно короткая. То есть мы заканчиваем, ну, скажем так, к 35 годам в основном все заканчивают, и дальше у нас еще целая жизнь, наша уже тренерская составляющая. И, конечно, мне бы хотелось иметь также успех дальше и в тренерской деятельности. Я не могу сказать, что я хочу и мечтаю быть судьей и судить какие-то там крупные турниры, нет. Мне бы хотелось, конечно, опыт передавать своим ученикам и уже радоваться за них, потому что мне кажется, это еще приятнее, когда твой ученик, твоя кровинка, твой родной человек, которого ты вырастил с самого детства, добивается каких-то колоссальных успехов. Без чего никак не обходится ваш день? Мой день 100% не обходится без улыбок. Даже если я вдруг почему-то проснулась с плохим настроением, не выспалась, устала, я все равно всегда в себе нахожу силы перебороть это плохое настроение, потому что мне кажется, это очень важно, как ты настроился, в принципе, на день, на тренировку или на работу. Так что в первую очередь без улыбки. Второе, это, конечно, без тренировок, потому что даже если у нас нету в какой-то день тренировок именно по танцам, обязательно я себе нахожу другие занятия. У меня 100% шило в одном месте. Я люблю пробовать абсолютно все, все виды спорта, все абсолютно какие-то активити. Вот, поэтому я хожу на растяжку, на бокс, на какие-нибудь курсы разные. В общем, да, без улыбок и без тренировок. Вы в быту и на паркете абсолютно разные люди или нет? Нет, я могу сказать так, что очень часто говорят то, что на паркете нужно играть, нужно притворяться, нужно как-то показывать свое актерское мастерство. Я не могу сказать, что это полностью неправда. Конечно, конечно, мы все равно актеры, и мы зачастую играем, но если вы спрашиваете именно, что касается меня, я могу сказать то, что, наверное, на 99% я один и тот же человек, что в быту, что на паркете, потому что я очень эмоциональная. Мне, в принципе, сложно скрывать свои эмоции. Если я счастлива, это знают все. Если я грустная, ну хотя на самом деле нет, если я грустная, я, наверное, больше все-таки начинаю притворяться и играть, что все хорошо на людях, на посторонних людях, потому что, к сожалению, очень много людей, которые радуются вашим каким-то неудачам или вашим проблемам, поэтому, наверное, все-таки я вот начала говорить одну мысль, а в итоге переключилась. Наверное, я разная. Наверное, я понимаю, что когда я выхожу, давайте скажем так, я понимаю, что когда я выхожу на турнир,
в первую очередь, что я хочу транслировать, что я хочу показать. Я хочу показать любовь к танцам, наслаждение. Я хочу показать то, что во время того, как я танцую, во время танцев я кайфую. И, конечно, я не могу, простите, пожалуйста, выйти вот с такой вот недовольной миной и всем своим видом показывать, что, знаете что, у меня это 5-й турнир подряд, вы мне все вот здесь вот так вот надоели, я не хочу вас видеть, я не хочу тянуть носочки. Нет, конечно, нет. В любом случае, даже если у меня плохое настроение или что-то болит, я на себя надену маску и буду всем показывать, что все офигенно и все классно. А уже приходя домой, я могу, конечно, и всплакнуть, и взгрустнуть, и пожаловаться, сказать, что я устала. Но это бывает редко, слава богу. Какое твое мнение? Какими должен обладать качествами успешный танцор? Мне кажется, что, в принципе, человек, который хочет стать успешным, неважно, в танцах или в какой-то другой отрасли, должен быть очень упрямым, в хорошем плане упрямым. Он всегда должен добиваться своего, называется, вижу цель, не вижу преград. Человек должен обладать какой-то неиссякаемой энергией. Человек должен не бояться проигрывать, потому что как только вы научились проигрывать, вы научитесь и выигрывать. Человек должен обладать колоссальной какой-то самоотдачей делу. Также, конечно, умом. Умом в том плане не то, что мы должны помнить все, я не знаю, все даты и события прошедшего века, нет. Наверное, способностью анализировать ваши действия, почему получилось так, а не по-другому. Постоянно анализировать ситуацию. Вот, наверное, вот так вот. Вера, было ли когда-либо у тебя желание бросить танцы? Если да, то почему? Нет, у меня никогда не возникало желания бросить танцы, потому что я не устану никогда повторять, что это моя самая большая любовь в жизни, которая началась действительно с самого-самого раннего детства, и я уверена, что она никогда меня не покинет. Подскажи, пожалуйста, есть ли у тебя в соцсетях оплачиваемые рекламные посты? Если да, то какая их стоимость? И расскажи об этом поподробнее. Да, конечно, я занимаюсь монетизацией своего Инстаграма. Не могу сказать то, что я вообще уделяю достаточно большое количество времени своей страничке, но скажем так, что я ее люблю. Я, в принципе, очень сильно люблю красоту вокруг меня. Мне всегда хочется, чтобы все было красиво. Поэтому, конечно, Инстаграмом я стараюсь заниматься с душой и сердцем. Что касается рекламных проектов, да, у меня в основном, конечно, все мои рекламные проекты как-то связаны с танцами. Один раз только был у меня большой достаточно контракт с Danone, с Activia. Вот. Диапазон цен, к сожалению, также называть, мне кажется, будет не совсем правильно, потому что все зависит от того, что хочет заказчик. Фотографии в ленте или сторис, или это какой-то рекламный большой проект, поэтому это, конечно, все очень индивидуально. Верочка, у тебя замечательная, белоснежная, яркая, солнечная улыбка. Расскажи, в чем же секрет? Неужели у тебя виниры? Нет, у меня не стоят виниры, у меня мои зубки. Наверное, это генетика, наверное, мне повезло. Слава богу, в 26 лет у меня нету ни одной пломбы, еще пока что ту-ту-ту, типа мне на язык. Вот. И, кстати, могу сказать, вот я улыбаюсь, мне кажется, это еще просто свет такой. Могу сказать, что я на фотографиях никогда не отбеливаю зубы, потому что, ну, действительно, мне повезло, у меня свои очень хорошие, и белые я их не отбеливаю. То есть я помню, я их отбеливала один раз, когда я приехала в Москву. Мы с Андреем тогда только встали в пару, то есть это 5 лет назад. Вот. Просто стараюсь за ними ухаживать, покупаю хорошие зубные пасты. Вот и все. Как у вас получается тренироваться в карантин? Вообще, удается ли это вам сейчас? Скажу честно, то, что в карантин получается тренироваться не очень хорошо. Мы живем в квартире. Конечно, недостаточно места, чтобы танцевать свои хореографии. Но, конечно, в любом случае мы тренируемся. Это обязательная растяжка, это какие-то силовые тренировки. Это, насколько это возможно, кардио. Все. Больше других тренировок. А, нет, я еще начала немножечко заниматься йогой.
Опять же, как йогой. Йога, если честно, это абсолютно не мое. Я когда-то занималась, но не полюбила. Я больше пробую какие-то различные позиции, которые мне нравятся, там скорпиончики. У меня постоянно спортивный интерес. Я очень люблю челленджи, и мне нравится пробовать что-то новое, поэтому, когда запустили в Инстаграме челлендж, там стоять на руках, стоять на голове, я была, наверное, первой, кто начал это пробовать, и в итоге получился огромный челлендж, огромный флешмоб. Есть ли у вас с Андреем машина? И вообще, нужна ли машина действующему танцору? У меня была машина в Италии, я ее продала где-то в прошлом году, наверное, потому что она уже была такая немножко старенькая. Мы с родителями решили немножко скооперироваться и купили новую машину. Вот. В России была машина у Андрея. Вот, но он тоже ее продал, потому что на самом деле в последнее время так получалось, то, что в Москве мы находились очень мало времени, мы находились большую часть в Италии, поэтому она просто стояла дома. И он ее совсем не использовал, поэтому мы решили, что выгоднее, наверное, будет ее продать и просто вложить деньги в другое направление, в другие ресурсы, так сказать. Какое самое романтичное место, где вы когда-либо были с Андреем? Я вообще очень, очень сильно люблю Италию. Для меня Венеция, Рим — это какие-то просто места, наверное, где обитает моя душа. Всегда, когда мне плохо, я еду в Рим. Рим — это самый любимый город. Венеция — это, наверное, второй город, который я также очень сильно люблю, который на меня действует так убаюкивающе, успокаивающе. Поэтому, наверное, для меня все дороги ведут в Рим. По какой причине ты рассталась с Ниной Лангелло? Я, конечно, ни в коем случае не могу и не хочу и не буду называть конкретных причин нашего расставания, потому что, мне кажется, это не очень правильно по отношению к человеку, не очень корректно. Скажу так, то, что я в любом случае очень благодарна ему за наше партнерство, потому что для меня это была честь быть его партнершей. На самом деле были замечательные времена, потрясающие полгода. Скажу так, что каждый из нас выбрал свою дорогу. И я думаю, то, что для каждого из нас все сложилось крайне удачно. Поэтому, если счастлив он, а я уверена, что он счастлив, я очень рада. Я также счастлива, чему я тоже очень рада. Поэтому даже несмотря на то, что наши пути с ним разошлись, у каждого из нас получилось все намного лучше, чем если бы мы остались в паре. Есть ли у тебя бывший танцевальный партнер, с которым ты бы встретилась и не хотела бы поздороваться при встрече? Нет, на самом деле такого бывшего партнера, с кем бы не хотелось здороваться, у меня нету. Я очень сильно люблю, уважаю и ценю и всем партнерам, которые встречались на моем танцевальном пути, я очень благодарна. Не могу сказать, что у меня с кем-то были какие-то плохие отношения. Естественно, с каждым были какие-то мелкие проблемы, разногласия, но это спорт в первую очередь. Это не так просто сохранять всегда хорошие отношения, когда пара работает на результат, а результат, как вы понимаете, мы все равно не всегда получаем тот, который мы хотим. Но нет, ни в коем случае я со всеми партнерами в хороших отношениях и со всеми здороваюсь при встрече. Есть ли у вас конкретный план, как должна проходить ваша тренировка? Могу сказать, что все очень индивидуально. Конечно, если мы идем на занятия к педагогу, скажем так, не к нашему педагогу, мы всегда точно знаем, что мы хотим разобрать. Очень важно подготавливаться к занятиям. Очень важно понимать, что этот педагог лучше тебе поможет, допустим, с техникой. Другой педагог тебе лучше расскажет, я не знаю, там, про инерцию. Третий педагог тебе подскажет какие-то детали во время хореографии. То есть очень важно все заранее проанализировать и составить конкретный план. Когда мы занимаемся со своим педагогом, когда мы приходим на урок к своему педагогу, иногда у нас случается абсолютный экспромт, ты, может быть, шел с одной идеей, приходишь, а он тебе говорит: знаешь что, я вот вчера посмотрел, что, не знаю, какая-то часть в румбе мне абсолютно не понравилась, мы сегодня работаем именно над тем кусочком. То есть все действительно зависит от ситуации. Какие 5 самых больших недостатков и достоинства Андрея ты могла бы выделить?
Андрей, наверное, как любой талантливый, до ужаса талантливый спортсмен, непростой в характере. И в этот момент хочу сказать, что, допустим, некоторые черты характера, они могут быть как положительные, так сразу и отрицательные. Например, его упорство, его упрямство. Это как плюс, так и минус. То есть я точно знаю, что у него есть четкое видение, четкое знание, как прийти, вот куда он хочет прийти. Но в другом случае я знаю то, что иногда это упрямство, наоборот, идет не в плюс, потому что в любом случае у нас на каждую ситуацию есть разные видения. Как говорят, что у монеты всегда две стороны монеты, то есть два мнения. Вот. Он очень часто не хочет слышать чужое мнение, не хочет его принимать. Недостаток, наверное, он очень вспыльчивый, чересчур вспыльчивый. Чересчур иногда эмоциональный. Я даже не знаю, кто у нас в паре более эмоциональный, он или я. Наверное, все. А, еще он обидчивый. Он любит пообижаться. Я очень люблю его чувство юмора, он постоянно меня смешит. Это, конечно, это очень важно. У него есть потрясающая чуйка на вещи. Он иногда это тоже не... Он говорит про меня то же самое, и я, наверное, то же самое про него скажу. Он иногда не может объяснить, почему, но он просто чувствует, что вот так будет лучше, так будет круто. Нужно делать так. И я иногда его не слушаю. Ну ладно, иногда слушаю. Его спонтанность. А здесь, наверное, тоже и плюс, и минус. Потому что иногда он настолько спонтанный, что я не успеваю соображать. Ну, может быть, дело во мне. Сколько детей ты хотела бы иметь? Или, может быть, child-free — это про тебя? Я вообще, когда я была маленькой девочкой, я мечтала быть молодой мамой. Я говорила своему тренеру, то, что вот там к 23 я уже рожу детей, буду вся в семье, буду такой классной молодой мамочкой. На что она мне говорила, что я кукушка, что мне танцевать и танцевать. Я ей говорила, что нет, семья — это самое главное. Вот я хочу большую семью, я до сих пор хочу троих детей. Ну, конечно, немножко сдвинулись возрастные, получается, вот эти вот рамки, которые я себе когда-то давала, устанавливала. Нет, я очень хочу детей, как я повторюсь, я хочу троих, просто не сейчас. Это будет чуть попозже, но обязательно будет, дай бог. Как ты видишь свою старость в своих мечтах? Моя идеальная старость — это, наверное, большой дом где-нибудь на берегу моря. Океана, конечно, вряд ли, но море или заливы, или хотя бы озеро с кучей внуков, собак, кошек, животных, всех абсолютно. Я очень люблю животных, поэтому, наверное, хотелось бы окружить себя максимально живностью и, конечно же, внуками. Еще детей нет, уже про внуков думаю, вот так вот. Ты проживаешь сейчас в нескольких разных странах. Подскажи, как ты считаешь, есть ли особые отличия между людьми в разных странах? Конечно, различия между людьми есть. Могу сказать так, что если говорить о работе, то мне намного ближе менталитет наш русский. Мы намного более работоспособные, мы намного более ответственные, мы точные, мы там строгие по отношению к себе именно в работе. Но, с другой стороны, я очень сильно люблю итальянцев. Вот просто в жизни, когда ты выходишь в магазин, все всегда с тобой здороваются. Я знаю всех своих соседей. Я, конечно, не могу сказать, что мы ходим друг к другу в гости, потому что просто не хватает времени, но всегда, когда я приезжаю с России, я привожу им какие-то гостинцы, какие-то подарки. Они очень открытые, они очень улыбчивые, они очень эмоциональные, незакрытые. Они всегда такие, знаете... теплые, все хочется обнимать и целовать. Назови, пожалуйста, цену за самый дорогой урок за 45 минут с тренером, который у тебя когда-либо был. 100% это, наверное, было где-нибудь в Ассене. Но я была маленькая, я не знала, сколько родители платят за уроки. Сейчас у нас уроки стоят 180 евро 45 минут во время сборов.
Больше, мне кажется, не было. Что ты никогда ни под каким предлогом не захотела бы съесть или выпить? Конечно, мне очень противно смотреть, вот, когда люди едят всяких там личинок, тараканов, какие-нибудь протухшие яйца, ну, когда бывают какие-нибудь такие эти программы типа «Форт Бояра» или типа... Не знаю, как они называются, я особо телевизор не смотрю. Но скажу так, что я настолько сумасшедший человек по натуре, что если когда-то меня пригласят в какую-то программу и нужно будет съесть или выпить какую-нибудь дрянь, я это обязательно сделаю. Просто потому что я спортивно ориентированная, мне нравится, я уже говорила, мне очень нравятся испытания над собой, разные челленджи и так далее. Но я надеюсь, что меня не будут заставлять есть эту гадость. Давай представим, что есть ребенок, который очень хотел бы с тобой позаниматься, и что ему нужно сделать, чтобы получить от тебя бесплатный урок? Я, если честно, никогда не проводила никаких конкурсов, где приз был бы бесплатный урок со мной. Не знаю, буду ли когда-то такое проводить, но никогда не говори никогда. Вообще, мое мнение то, что любой труд должен быть оплачен. Это касается абсолютно всего. Конечно, опять же, я вот сейчас начала говорить, и я понимаю то, что все равно у меня тоже были моменты, когда я не платила, допустим, меня приглашали в салон как модель, там, я не знаю, и делали какие-то восстанавливающие маски для волос. Я, конечно, это не оплачивала, но я компенсировала тем, что я, конечно же, рекламировала салон в Инстаграме. То есть это бартерные условия. То есть как так или иначе, все равно оплата, пусть и не кэшевая, она была. Есть ли такие танцевальные пары, которые занимают очень высокие позиции в рейтинге, но вам они совершенно не нравятся? Да, конечно, я думаю, как у любого человека есть пары, которые тебе неприятны. У меня в основном, если мне неприятна какая-то пара, скорее всего, это что-то личное. Это вряд ли будет именно касаться танцевания, потому что как ни крути, мы все делаем одно и то же дело, мы все тратим на это лучшие годы своей жизни, и каждый верит, каждый танцует и показывает то, во что он верит. Поэтому я ни в коем случае не могу кому-то сказать так, что ты веришь в неправильные вещи. Но есть у нас в федерации пара, которую я не переношу, и я не здороваюсь. Но это, опять же, как я уже сказала, повторюсь, что это в первую очередь касается личных качеств человека. Если я человека не уважаю, я ни в коем случае не подам ему руку, я не буду ему улыбаться в лицо. Я лучше буду игнорировать, мне так проще, чем одевать на себя маску и притворяться, что мне с этим человеком приятно находиться даже просто в раздевалке. Есть ли у тебя какое-либо увлечение помимо бальных танцев? К сожалению, у нас не так много времени на какие-то свои увлечения, но скажу то, что я, в принципе, очень люблю спорт как таковой. Наверное, все виды спорта я люблю. Когда есть время в Москве, я очень-очень люблю ходить на бокс. Во-первых, это потрясающая кардиотренировка, силовая тренировка, также тренировка на координацию, и также это выпуск пара. Я бокс прям обожаю. Также я очень люблю маленький теннис. У нас дома в Италии стоит стол, так что мы, когда я приезжаю в Италию, я с родителями обязательно играю. Раньше я, когда еще мы жили в России, я еще жила в Новосибирске, мы каждую зиму проводили на горнолыжных курортах. Я каталась на горных лыжах, каталась на сноуборде. Сейчас уже много лет не катаюсь, но мечтаю о том, чтобы снова начать. Существует ли близкая дружба среди танцоров-конкурентов? Если да, подскажите, с кем очень дружите вы? Да, как ни странно, но между конкурентами возможна дружба и очень крепкая, и очень близкая, и очень трогательная и душевная. Я очень близко дружу с Аней Матус. Опять же, я говорю всегда о партнерших, о девочках, потому что не могу сказать то, что дружить с мальчиками — это лучшее решение. Конечно, в любом случае я также дружу и с Габриэлем, но в первую очередь моя подруга — это Аня. Я очень также близко дружу с Алинкой Новак. Наверное, из финала все.
Вот чтобы именно близко дружить, мы созваниваемся каждый день. Я знаю все об этих девчонках, я за них все отдам, все продам. Вот, и надеюсь, что они также чувствуют по отношению ко мне. Какой должен быть минимальный бюджет у такой танцевальной пары, как вы? Сколько денег вы тратите на поездки, турниры? Бывают месяцы, когда у нас, конечно, колоссальные затраты. Бывают месяцы, когда они сводятся практически к минимуму, потому что мы очень много работаем. В любом случае, могу сказать так, что пока ты действующий танцор, тебе не нужно горевать по поводу того, что ты очень много тратишь. Сейчас это инвестиция в себя, в свое будущее. И инвестиции в себя — это лучший вариант, лучший выход и лучшее решение. Отыграемся позже. Все свое мы всегда заработаем. Сейчас нужно, конечно, максимально инвестировать в себя. Какие три самые большие твои мечты? В этом плане очень приземленный человек. Я не так много чего действительно искренне хочу и о чем мечтаю. Я мечтаю о том, чтобы моя семья, семья Андрея, жили где-то рядышком, чтобы у нас были такие большие, но при этом очень уютные дома, чтобы мы ходили друг к другу в гости каждый день, чтобы было много детей, через какое-то время много внуков, через долгое время много внуков, чтобы мы, конечно, были здоровы и счастливы, и были вместе. Мне, вот честно, больше ничего другого не надо. Если бы однажды вас пригласил бы на коктейль Донни Бёрнс и захотел бы с вами пообщаться, какие именно вопросы задала бы ему ты и что хотела бы от него узнать? Если бы меня пригласил на коктейль Донни Бёрнс, вы знаете, я бы не стала у него ничего спрашивать. Я бы, наверное, попросила его со мной потанцевать, потому что та связь, та химия, то, ну, вот тот connection, то, это даже неправильно сказать как взаимодействие, это именно связь между партнерами, которые существуют во время танца, это намного более дорогое, чем какие-то слова. Поэтому, мне кажется, мы бы с ним просто танцевали. И кайфовали. Где именно был самый худший ваш танцевальный результат и по какой причине он был? На самом деле это очень забавная история. Она случилась еще на юниорском Блэкпуле. Я тогда танцевала в паре с Виктором Бурчеладзе. Это был наш второй совместный Блэкпул. Мы ехали выигрывать стандарт. Потому что на тот момент у нас был стандарт лучше, чем латино. Приезжаем. Первый день, турнир по танго и фокстрот, мы вылетаем с первого тура. Мой папа пошел топиться, что у нас в Блэкпуле океан, здесь океан. Но тогда те, кто бывал и бывает на Блэкпуле, знают, что бывают очень сильные отливы, и вода уходит очень далеко, поэтому ему повезло, что был отлив. И он сказал, что он не смог утопиться от горя. Вот. Это я не могу сказать, почему так произошло, вот просто так произошло. На следующий день был турнир по чайче румби, и мы его выиграли, хотя абсолютно мы не рассчитывали выигрывать латину. Но получилось так. Вот такие странные и абсолютно неожиданные были турниры и результаты. Знаешь ли ты, какая должна быть лучшая партнерша? Мне кажется, в первую очередь партнерша как человек должна быть очень мудрая, очень нежная, но сильная. Она должна быть женственная, но в то же время с нереальным стержнем внутри. Мы как девушки, как женщины, как девочки, мы ни в коем случае не должны показывать свою силу силой. В принципе, наверное, так же, как и мужчины, но я считаю, что главная способность девушки — это научиться... Никому не рассказывайте это, не рассказывайте это своим мужчинам, но научиться направлять своего партнера или своего мужчину так тонко и так аккуратно, что он даже не поймет, что на самом деле мы им так манипулируем немножко.
Это, наверное, что касается даже больше именно не танцевания, а в принципе вот жизни, какого-то жизненного опыта. Что касается партнерши надо, наверное, быть очень хорошей в понимании партнера, но и с другой стороны не быть пассивным овощем, то есть все равно находить в себе вот этот какой-то бурлящий фонтан энергии, который ты можешь совместить с партнером. Партнерши быть вообще очень сложно. Нужно параллельно и следовать, и вести. Ну, вести в том плане, что вот как раз показывать себя, при этом быть ведомой. Это очень сложно на самом деле совмещать. Я вообще всегда завидую партнерам, что они партнеры, что они родились мальчиками. Мне кажется, мне было бы намного проще по жизни, если бы я родилась мальчиком. Решил, повел, взял в охапку, и все нормально. Кто был твой первый тренер, и расскажи, что он значит для тебя? Когда меня привели на танцы, у меня вот за первые несколько лет, даже, наверное, 3-4 года, у меня было очень много преподавателей, потому что, наверное, это так в любом клубе, когда приходят начинашки, один год с одним педагогом, другой год с другим педагогом, третий год еще кто-то там подключает, то есть не было одного стабильного тренера. Но могу сказать так, что все педагоги вот с самого первого дня моей танцевальной жизни, они в первую очередь посеяли, вот знаете, каждый отдельно вот это вот зернышко любви к танцам. Каждый из них по-разному, каждый из них внес что-то свое, но я каждому очень благодарна, потому что не было ни одного педагога, который бы хоть на долю секунды зародил во мне вот это вот сомнение, а нужно ли мне танцевать. Они все очень поддерживали, очень как-то правильно наставляли. Понятное дело, что ругали, но очень правильно. Вот за что я, наверное, им очень благодарна. И на самом деле с каждым педагогом я до сих пор поддерживаю связи. Они все еще в танцевальном нашем мире, они до сих пор педагоги. Один мой педагог даже уехал жить в Италию за несколько лет до меня. И сейчас очень забавно, но сейчас к нему в клуб приезжаю работать я уже с его учениками. Вот, и так вот сложилась жизнь. Очень. Я честно говорю, что я о каждом педагоге вспоминаю с улыбкой на лице. И каждого очень сильно люблю. Честно. Спасибо большое. Итак, вот я ответила на все ваши вопросы. Спасибо большое за такой новый формат, новый опыт. Спасибо большое за твои ответы. Надеюсь, что следующий опыт интервью у нас уже, Лена, с вами будет офлайн. Вот, всем еще раз большое спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо большое, Вера, за твое интервью. Обязательно встретимся с тобой уже в другом формате и поговорим с тобой уже лично на какие-нибудь еще темы. А вы пока нажимайте на этот значок, чтобы подписаться на мой канал, и нажимайте на этот значок, чтобы поставить лайк этому видео и чтобы увидеть дальше какие-нибудь интересные видео. Всем пока!